Сергей, чему будет посвящен марш миллионов 8 декабря? Я считаю, и мы сегодня это обсудили, и многие поддержали, этот марш надо делать народным референдумом. То есть те вопросы, которые требования выносили весь год на повестку дня, ожидать, что власти сейчас вот по мановению волшебной палочки сами все сделают и решат, уже не приходится. Значит, надо самим это облекать в форму референдума, когда люди, пришедшие, их должно быть максимально много, или поставить прямо подпись, может быть, мы повесим большой, огромный лист бумаги, там растянем полотнище, и каждый пришедший подпишется, заодно мы узнаем, сколько реально, чтобы МВД не говорило, что у нас было там 500 человек. И, конечно, тема защиты наших товарищей, которые сидят сегодня в тюрьмах. Я бы считал вообще правильным после этой акции всем идти к Лефортово, к Бутырке, к Матроске и, образно говоря, разбирать их по кирпичикам. Но если реально, просто хотя бы прийти, чтобы наши ребята услышали, что мы их пришли и поддержали. С точки зрения моральной поддержки, это был бы сильнейший ход. И власти, я думаю, заставило бы задуматься о многом. Поэтому народный референдум по нашим требованиям, политическая реформа, досрочные выборы, социальная справедливость и защита наших ребят. Конечно, защита ребят – это первое. Спасти людей, вот прям большой лозунг я бы написал, спасти людей и фамилии. Спасти Развожаева, спасти Акименкова, спасти Лебедева и так далее по списку. Потому что они сегодня заложники системы, они жертвы, и мы должны их выручать. Если этого не сделаем, грош нам цена. И обсуждение показало, что энтузиазм есть. Напомню, перед 6 мая тоже было неверие у многих, что вообще народ соберется. Вот я сегодня убедился, соберется народ. 8 или пока обсуждается еще вариант 9, ну не принципиально, да, я думаю, мы определимся в ближайшие дни, пусть Координационный совет оппозиции скажет свое слово. У нас нет никакого с ним антагонизма. Просто пусть они активнее работают. Я их призываю, как сам член Координационного совета. 8 или 9 все в Москву, все регионы Москвы, все москвичи на улице. Я думаю, у нас должно получиться. И это будет лучшее завершение года. Мы покажем, что сила за нами, правда за нами. Ребята сидеть не будут. И это, кстати говоря, единственный шанс остановить эту волну репрессий. Если мы этого не сделаем, к Новому году сядут еще многие. Для меня это 100% факт. А что, у вас есть какая-то инсайдерская информация, что собираются сажать дальше? У меня есть инсайдерская информация. Может быть, она не 100%, но я думаю, это велика вероятность. Власти сейчас присматриваются, какова будет реакция на новый виток репрессий. Если до конца года будет массовая акция, будут тысячи, десятки, сотни людей на улицах, тысяч людей, есть шанс, что они притормозят эту репрессивную волну. Если этого не произойдет, у них есть план перед Новым годом арестовать еще группу людей, в том числе и так называемых организаторов, лидеров протеста, в надежде, что потом новогодние праздники все это нивелируется и люди просто забудут. Поэтому декабрьский марш как никогда важен. И я надеюсь, что равнодушным никто не останется. И все те, кто этот год выходил на акции, а в совокупности это, наверное, там 1200, да, ведь не одни и те же люди ходили, были разные люди. Если каждый из них поймет, что надо в декабре выйти, это уже будет наш успех. И я верю, что так произойдет, и зову всех на улицу в декабре месяце. И еще один вопрос, последний вопрос. Очень многие люди в беседах со мной говорят одно и то же. Говорят, что, может быть, уже хватит договариваться с ними, согласовывать что-то. Ведь это все равно, весь этот закон федеральный, он противоречит Конституции. Может быть, не нужно договариваться с ними. Просто заявить, сказать, мы идем, мы выходим и выйти. Может быть, люди тогда охотнее пойдут, что это уже не будет никакого коллаборационизма, не будет никакого сговора с властью, потому что это же бандиты. Кто с бандитами-то разговаривает? По поводу законодательства согласен на 100%. Законодательство антиконституционное. О митингах, шествиях, все эти процедуры согласования. Единственное, что меня смущает, как бы нам не превратить эти марши в то, что мы последнее время видим там на Триумфальной площади, когда вроде бы все не санкционировано, но выходит мало людей. Почему, я не знаю. Может быть, боятся. Может быть, мы их не можем убедить. Может, они с Лимоновым просто не хотят выходить? Ну, скажу честно, и даже до момента, когда Эдуард там занял не очень конструктивную позицию, все-таки критической массы там не собиралось. Поэтому у меня все-таки есть опасения, что, может быть, пока еще рано нам
настолько отрезать все возможности какого-то согласования маршрута. Потому что это может больно ударить по массовости. Это будет другой маршрут, уже не на Болотную? Я знаю, что есть 2-3, может быть, 5 тысяч людей, которые выйдут и в снег, и в зной, и с согласованием, и без, и под пулеметы выйдут. Но это не то количество, которое мы сможем решить какие-то проблемы. Поэтому я думаю, что все-таки этот марш надо пытаться согласовать. Вариант несогласованный возможен только, если нам не дадут маршрута в центре. Если не дадут, тогда да, вариантов не остается, надо выходить без согласования. Но я думаю, мы дожмем власти, маршрут, я думаю, должен отличаться. Уже приелось немножко Сахарова, Болотная. Мы подыщем сейчас какой-то маршрут и сконцентрируемся именно на шесте. Будет холодно, слушать речи бесконечно, все люди достойны, но уже все сказали. По сути дела, нам все понятно, требования сформулированы. Митинг или должен быть минимальным, может там 15, 20, 30 минут, не больше. Или его вообще не должно быть. Как я уже сказал, пришли люди куда-то и как референдум расписались за те требования, когда потом пошли к тюрьмам. Но митинг будет минимален, словоговорения уже достаточно. Основное — это марш, какой-то новый маршрут в центре города. Договоримся, лучше согласовать, чтобы все-таки было массово. Многие могут пока испугаться, к сожалению, несогласованного формата. Если власть выставит нам ультиматум, значит, пойдем без согласования. Спасибо вам большое. С нами был Сергей Удальцов. Итак, меньше слов, больше действия. Смотрите «Политвестник».